Каждый шаг к сцене для этих детей – подвиг. Каждое спетое слово – старание. На протяжении года с ними работали психологи, логопеды, дефектологи, музыкальные работники, чтобы сегодня на сцене Дворца культуры Северского трубного завода они выглядели достойно. Уже третий год у нас заявляется более 200 человек. В прошлом году вообще было 300 ребятишек, которые хотят побывать на большой сцене. Представляете, для них какие-то эмоции, какой-то драйв. Это здорово. Есть отклики, и мы стараемся поддерживать эту традицию, начатую в 2015 году, чтобы и у родителей была уверенность в том, что их дети могут что-то сделать. И не просто что-то, а хорошо сделать, красиво сделать. В своем интервью Ирина Пестова отметила, что многие родители стараются закрыть таких ребят от внешнего мира. А зря. Проект «Наши дети» позволяет преодолеть страх сцены, контакта с людьми. В фестивале участвуют дети с нарушением психологического развития, слуха, зрения, синдромом Дауна, аутисты. Для них так важно быть услышанными. И пусть слова не всегда совпадают в такт с музыкой, а ноги порой не слушаются от волнения. Эти детки смело выступают перед публикой, вопреки внутренним страхам, с гордо поднятой головой. Школа у нас для детей с адаптированным изучением программ. И дети у нас с тяжелыми нарушениями речи. Труднее, чем обычным детям все дается. Репетируем, стараемся, поем почаще. Рисованием тут еще. Мне нравится, лепить нравится, играть со своей сестренкой Ксюшей. Скажи, малыш, какая у тебя мечта? Моя мечта стать продавец игрушек. Почему игрушек? Что мне нравится продавать все игрушки. На этих детей не стоит смотреть с жалостью. Они достойны искренних улыбок и бурных аплодисментов. Поэтому члены жюри оценивали сердцем каждое из 60 выступлений, не забывая о критериях отбора. Благодаря спонсорам организаторы постарались сделать для детишек настоящий праздник с сувенирами и подарками. По итогам двухдневных отборочных туров будет определен список лучших номеров, вошедших в гала-концерт, который состоится 24 ноября. Наталья Рожкова, Ольга Демьянец, Алексей Корепанов. Новости «Твой день».